Вот я хочу давно переехать в теплую страну, где море, а вот мой муж не хочет. Я уже как не прорабатывала, почему я не хочу. Мужа прорабатывала? Нет, я прорабатываю себя. А я над ним работаю. Я пишу, ну вот мне. Для чего ты хочешь не ехать на море? Для чего я вообще не хочу переезжать? Для чего я хочу сидеть на месте? Ты нашла причины? Много нашла, но новая третья не нашла. Так а если у тебя переехать одно желание, а остаться на месте, ты сказала много, сколько, 150? Да. Ну, это 150 как вот сидеть желаний этом, перевешивая как дома сидеть, чем ехать. Рисовали, чтобы там же уже стабильно сидишь теперь. Ну а посмотри на это по-другому. Ты же себе показала, почему выгоднее сидеть, не переезжать. А как мне дальше вот работать, что ли? А зачем, если у тебя 150 желаний исполнено? Против одного. У тебя жизнь сложилась. Ну да, у тебя 150 желаний для того, чтобы не переезжать, и все исполнено. Или не переехала. Ну я-то хочу. Так ты разберись с тем, что ты хочешь. Переехать, да? Да. Одно же. Не переехать. 150. Ты исполнила все свои желания. И оно на самом деле исполнилось. Один, два, три, тут целая куча. А ты зациклилась на том, у тебя желание махом исполнилось. Зачем тебе тогда это? Я ничего сейчас не поняла. Обалдеть, я все поняла. Я тоже поняла. Классно, девочка? Вообще! А тебя не радует? Обратите внимание, все понимают по-разному. Каждая от своего, да, способа донесения. У меня просто тоже такое желание переехать. Не исполнено, 150 есть. Есть одно нет. Да. А она обращает внимание на то, что нет, а 150 есть не видит. У тебя нет. А? Помните мое видео зеленое? Я его зеленым называю, потому что фон зеленый, про принятие. Я еще сказала потом, разыгрывала деньги, что, ребята, посчитайте, сколько я раз сказала принимать. Я принимаю, это значит, я не хочу ничего менять. То есть я осознаю, для чего я хочу. Я осознала все свои желания и кайфанула от этого. Нифига себе, у меня 1000 желаний исполнено против моего одного. И это видео каждый раз все по-разному смотрят. Но оно... я повторяю просто, как попугай одно слово. Ну, хочешь, иди, пиши, почему хочешь, почему не хочешь. А если, например, она начнет внимание направлять на переехать? Ну, все хорошо, как бы. Это только одно. Не хочу, это одно. А вот я хочу стабильности. Исполнено. Еще. Что у тебя там? Почему ты хочешь? Переехать? Нет. Переехать у тебя всего лишь одно желание. Переехать. А не переезжать, у тебя 150 желаний, почему ты хочешь сидеть на месте. Ты хочешь стабильности? На, получай. Нет, еще, нет, что да, еще? Что еще? Ну ты сказала много. Не могла понять, да? Что ничего не изменится, все так же будет, как бы теплее. А зачем тебе ничего не менять? Что тебе это дает? Ну, не менять. Никаких страхов не испытывать, не буду. Отлично. У тебя полное принятие. Я ничего не меняю, то есть оставляю все как есть, значит, моя женская энергия циркулирует. Если я переехать, там же придется все с нуля начинать, а здесь все ровно. А что значит начинать с нуля? Ну, по новой все строить, что-то придумывать. А это что значит? Выходить из своей... Говорить. Придется двигаться, что ли? Да. Смотри, вот эти вот желания уже написала, 150, уже есть за что себя похвалить. Это с одной стороны. А с другой стороны, здесь мы видим свои страхи. То есть страх двигаться, что-то новое, что-то делать. Короче, здесь я хочу просто сидеть и не двигаться. Ну вот просто. Вот работать стоя или лежа. Мне нравится работать. Работать стоя. А здесь надо, короче, жить. Прикинь? Там надо жить. Я согласна. И? Нет, как начать жить? Вот. Что для жизни надо? Делать по-новому. Все делать по-новому. Напиши там список своих привычных дел, начни их делать по-новому. Кушай тортик по кусочку. Что там дальше ты боишься? Да. Не тортами, да, кусочками. Боюсь всех этих проблем, налаживать это образование у детей. Ну все же. Так, проблема. Бог мой, а что там еще? Детей налаживать? Что такое проблема? Ну давай. Ну,
Здесь я расслабленная на кипятке. Помнишь? Ты не хочешь напрягаться. Как ты рисовала эту жопу? Я не помню. Как получается? А на перегоне она не хочет напрягаться, как сказала она. Сейчас на релакс. Хорошо, как себе релакс без напряжения дать? Там, то есть мы выявляем желание души. Вот на самом деле, вот это же все твои желания души, но если тебе в таком виде желание души не нравится, угу, то ты эти желания души можешь дать по-другому. То есть там приехать и на релакс, и все как пойдет, так и пойдет, да, пофиг, в принципе. Ну, я такое не думала, я думала. Я думала, что реальная жопа такая. Так это жопа, это что? Мы жопу. Я ее боюсь. Да мы же ее разобрали, что ее бояться нас обездали. Прикиньте, жопы не было. Ноги из тела. Вот здесь все сложно, хоть и просто. Представляешь, у тебя бы не было жопы. А здесь вот никак. Ну, картинку представь. Красиво. Смотри, когда ты написала здесь 150 желаний, почему ты не хочешь переезжать, но в том виде, это же желание души, я не исполнила. Во-первых, уже надо себя поблагодарить за каждое и просто сказать, блин, как классно, что я в комфорте, я вот это, вот это, вот это, вот это. Но чтобы начать жить, надо же все по-новому делать. Значит, как я вот эти желания души могу сделать по-новому, чтобы сразу трансформировать квантовым скачком сюда? Ничего себе, вот этот вот список и раз я вижу такой. Да ладно, в каждом видео рассказываю. Я вот не понимала, меня вообще это не понимала. А вы вообще, а вы когда видос смотрите, вы что-нибудь понимаете? Не сразу. Вот это я вот сейчас не понимаю. Вы что? Вот говорили, говорили, оно от меня прилетало. У нас сегодня по квантовый скачок. А вы? Все, да? Все, с этим все понятно? Я поняла, злая вещи надо просто эти наши, чтобы они там. А да, какие желания? Мы осознаем. На релакс? У нее есть. У нее есть, у нее нет, у нее есть. Так я говорю, там это комфорт. Выявить и по-новому себе дать. Релаксировать там, что у тебя? Ты же сама решила, что там будет некомфортно. Да, это я так подумала, что там будет. Так подожди, ты еще не приехала. А я уже некомфортно. А ей уже некомфортно. Да, я так и думала. То есть взяла непроявленная. И уже наделила целым списком. Я так подумала, представила, как по, у людей, как ну, жопа происходит. Ты божественно подошла к своему клиенту. А муж виноват, что есть там магазин, а муж виноват. Классный ты бог, ну. Ну, что если голод, там ничего есть, идешь в магазин и берешь кулек. Я до такого уже, да, сядь за программу. А, то есть вот здесь ты будешь брать кулек? Да, что голодом буду жить, я уже там. Ну, у тебя классное местечко тут получается. Я прям клянусь, я вот туда. Я сейчас нравлюсь, вот как вот мне Андрей рассказал. Ну я понимаю. Нарисуй тебя себе картинку, какую ты хочешь. И начни. У тебя новая жизнь, она так себе. Она даже круче. Ты правильно? Понимаешь, ты только что осознала? Да, осознала. Да? То есть это было непроявленным? Да, я его вынесла. То есть поняла была, где тьма была, поняла? Да. У тебя тут тьмища такая была. И ты эту тьму уже сама там перекрасила. Фонариком подсветила, блин. А тебе только что тут сюда немножко подсветили. То есть прикинь, то, что есть здесь, оказывается, да. Да, я даже не думала, что... А твой этот мозг жопа дуальный, да, вот этот? Вот он, вот у тебя было вот здесь там. Это кажется, все так просто, но когда я слушала, до меня не доходило, это желание души, я вообще не понимала. Ну, это еще раз, это дуальный мозг. Если здесь так, значит здесь будет так. Если здесь комфортно, значит здесь будет некомфортно. Оно у тебя, понимаешь, оно на автомате, ты никогда об этом не думаешь. Ты ходишь на автомате, я говорю, ты никогда не думаешь, как ты поднимаешь ногу, а ты подумай хоть раз, посмотри вообще на это, рассмотри этот процесс. Вот сейчас я осознала. А, ну конечно. А как не зря прилетела из Казахстана. А мне говорили, а что ты полетишь там за 3 часа все свои банки, консервируешь, законсервируешь, зачем ты летишь? Вот сейчас как твоя банка? Помидоры, перец. Так это ты сама себе говорила. Ради этого только мне стоило прилететь, получается. Да. Вот это все поменять местами. Да. И теперь берешь вот этот весь список желаний души своей, все, что ты себе даешь, по-новому. Не, а сейчас хочешь переезжать по-новому? Так я наоборот сейчас мне как кажется, что там вообще... То вообще она уже переехала. Приедет, может, сам скажет, поехали. Все сложится и понаблюдать за своими желаниями. Может, позвонить, скажет, переезжай, там на море. Да, ты не туда. Сразу, да, ты не туда летишь вообще. А, билеты сдавать. Мы давно живем на море, ты вообще. Давайте еще вопросик.
По поводу предназначений своих, вот этих проявлений своих. Это что такое предназначение? Не предназначение, я неправильно говорю, проявление. А что такое проявление? Ну вот себя найти. А ты где? А как тебя зовут? Жанна.